Я всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня видеообзор расчески для кота от бренда Common. Этот бренд китайский, возможно, он какой-нибудь итальянский. Да, он итальянский, но китайский. Выбрал эту расчесочку, потому что она такая немного необычная, поскольку имеет две таких вот расчесочки. Сейчас мы позовем сюда к нам того, для кого это все покупалось, и продемонстрируем на нем, как это выглядит. Чисто. Пушок. Так, моего кота было крайне сложно сюда привлечь. Посмотрим, как он реагирует на мелкую расческу. Вроде спокойно пока. У него шерсть большая. И сейчас попробуем расчесать его крупной. Ну, это все переходит в игру. Я думаю, расчесывание ему принесет удовольствие. И он, ему понравится дальнейшее расчесывание. Сейчас попробуем голову ему порасчесывать. Как он? До этого вроде бы он не чесался. Надо будет потом еще, конечно, другую какую-то приобрести. Ну, вроде бы, ну, все у него с игрой ассоциируется. Ну, вроде бы ничего. Так, да, как-то появляется легкая агрессия. Да, видимо, ему процедура эта нравится. Да, наверное, нравится. Сейчас попробуем его подозвать. Ну, что-то моему коту не очень нравится чесать. Появляется агрессия. Ну, я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.